ребята, всем привет! И сегодня ко мне пришла посылочка со словами с вот этого вот инстаграм-магазина. Ссылочку я оставлю в описании. Так, давайте же начнем распаковывать. Все очень хорошо упаковано. Все было упаковано в пупырчатую пленку, а также тут еще один почтовый пакет. Итак, ребята, вот эти 4 слайма. Также мне еще положили вот такую вот инструкцию. Активаторы конфетки. И еще мне в подарок положили вот такие вот 2 глины. Итак, сначала давайте откроем вот такой вот слайм. Он называется клубничный чизкейк. Это слайм с Foam Chunks. Вот такой вот слайм. Он очень глянцевый. Довольно-таки хорошо тянется. Хрустит. Какой-то очень едкий и резкий запах. Вот так вот он хрустит. Так, ребята, моя оценка этому слайму 9 из 10, так как мне не очень нравится его запах. А так слайм очень крутой. Теперь мы с вами откроем слайм вафельки, он на 80 мл. Баночка немного помялась. Вот, это вот такие вот вафельки в слайме, кто не понял. Вау, посмотрите, какой глянец. Там немного прилипает, но думаю, что ничего страшного. Там очень классно хрустит, тянется. Опять-таки хочу сказать то, что слайм имеет очень странный запах. Этому слайму я тоже поставлю 9 из 10 из-за запаха. Следующий слайм — это весенний микс, тоже на 80 мл. Вау, он тоже очень глянцевый. Он очень круто кликает, тянется. И хрустит, у него очень плотная текстура. В этом слайме также есть посыпка. Но опять же, очень странный запах. Я ставлю минус этому слайму только из-за запаха. А текстура и его свойства мне очень нравятся, поэтому я ему ставлю 9,5 из 10. Следующий слайм — это слайм «Мечта единорога», 80 мл. Это слайм с посыпкой, вот вы можете это увидеть. Тоже он очень глянцевый. Круто кликает, тянется. И очень хорошо хрустит. Этот слайм мне понравился больше всех. Этот слайм нереально крутой. Он мне очень сильно понравился. И этому слайму я ставлю 10 из 10, несмотря на то, что у него тоже резкий запах. Ребята, на этом было все. Слаймы мне очень сильно понравились, только мне не очень понравился запах, потому что он какой-то очень резкий и странный. Ну а так, слаймы очень хорошие, вы сами это видели в видео, у них очень крутая текстура, особенно вот у этого вот слайма. Я вас всех очень сильно люблю, и всем пока!